носили. Презентация собрала немало читателей. Для них представили совершенно новый формат публицистики. Лаконизм – это первая в России твиттер, книга о политике. В ней автор постарался в краткой форме донести до читателя смысл и суть происходящего сегодня с нашей страной. Основные темы книги – власть, общество и политика. Все это в формате короткого, максимально понятного, ясного изречения. Вот такой формат, мне кажется, очень востребован частью нашего общества, которое все время куда-то спешит, и этих людей тоже надо заинтересовать. «Лаконизм» стала 16-й книгой Николая Старикова. Также в числе известных произведения «Кризис. Как это делается», «Спасение доллара. Война», «Национализация рубля. Путь к свободе России», «Геополитика. Как это делается», «Сталин. Вспоминаем вместе», «Россия. Крым. История» и книга «Власть».